В Севастополе завершается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали более 188 тысяч горожан. Это 42,5% населения, рассказал телеканал НТС главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергей Грыга. Мы будем стремиться, мы это сделаем. Мы должны охватить не менее 45%. То есть 2,5% населения мы еще должны допривить до конца этого месяца. Данное количество регламентировано на сегодняшний день постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в котором четко оговорено, что на любой территории должно быть охвачено население не менее 45% и не менее 75% населения из групп риска. В 2019 году Минздрав предложил наказывать СМИ, блогеров и врачей за призывы к отказу от вакцинации. Сергей Грыга выразил свое отношение к законодательной инициативе ввести административную ответственность за антипрививочную пропаганду. Очень положительно. Вы знаете, в большинстве европейских стран, и там Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, у них мало того, что административная ответственность за антивакцинальную кампанию, да, есть, у них еще есть очень суровые административные штрафы, относящиеся к отказникам против прививок. То есть, если родитель отказался делать эту вакцину ребенку, его могут оштрафовать. И суммы там очень приличные, порядка 2-3 тысяч долларов либо евро. О том, как вакцинация, закаливание организма и правильный образ жизни помогают противостоять вирусам, подробная беседа с главным внештатным эпидемиологом Департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергеем Грыгой в программе «Актуальное интервью».